Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня нас ждет интересная беседа. Накануне Нового года у всех стран, у всех семей, у всех компаний, в том числе, есть свои традиции специфические. И вот для Unitsky String Technologies уже стала традицией под Новый год выпускать в эфир обращение, поздравление генерального конструктора, автора технологий Юницкого Анатолия Эдуардовича. И в этом году мы решили чуть разнообразить формат и это обращение выпустить в форме интервью, дабы в нем задать Анатолию Эдуардовичу ряд вопросов из тех, которые следящие за проектом люди присылали нам в течение года. Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Ну, в целом и в общем, хотелось бы начать с того, чтобы попросить вас ответить на вопрос такой, который, наверное, задает себе каждый человек накануне Нового года. Вот что в уходящем году было, на ваш взгляд, самым значительным, самым важным? Ну, уходящий год был одним из самых сложных для нас предыдущих лет, потому что продолжалась эпидемия, так пандемия, продолжались локдауны, а мы завязаны на поставщиков, наверное, в десятка стран. Во многих странах предприятия, которые поставляли нам, допустим, высокопрочную проволоку, там, у нас есть высокопрочная сталь, потом различные полимерные материалы, оборудование, в частности, для подвижного состава для наших юнимобилей. Да, там даже те же постоянные магниты для электродвигателей, которые мы сами изготавливаем. Мотор колеса, это у нас собственное производство есть. Да? Ну, это элемент, который мы покупаем за рубежом. И многие предприятия из них даже закрылись. И поэтому пришлось искать новые предприятия, новых поставщиков. А где-то поставка отложилась на год, даже на полтора. Так. Ну, в этом плане был сложный год. Ну, никому не было легко да, в этом году. Поэтому надо вот скидку на это еще делать. То есть это фактически форс-мажорное обстоятельство. И мы в это время, ну, не умерли, мы выжили. И даже сильнее стали, крепче, в отличие от многих предприятий. Потому что мы, вообще-то, средний бизнес. Так, многие предприятия среднего бизнеса закрылись. Просто закрылись. Мы нет. Да, мы немножко оптимизировали, расстались с балластом, потому что значительная часть у нас денег уходит на оплату труда конструкторов, проектировщиков, дизайнеров и так далее. Поэтому корабль наш инжиниринг стал быстрее, как-то полегче и вперед, ну, стал двигаться более быстро, потому что любой балласт, любые ракушки, которые налипли снаружи, они снижают эффективность движения вперед, да. Поэтому есть и положительные моменты в этом, да. Поэтому только вот в этом плане у нас были некие задержки и передвижение сроков. Я обещал, что в этом году у нас будут подписаны контракты. Это обещание мы выполнили. Могу сказать, что мы подписали 4 контракта. Я не буду называть страны, я не буду говорить, с кем мы подписали. Ну, контракт – это, естественно, первый этап подписания контрактов, потому что оно не есть, за них уже нам платят деньги. Mm-hmm. Так? Потому что первое, что надо сделать, это сделать надо бизнес-план и предпроектные исследования, физибилити-стадию сделать. Почему это нужно? Ну, допустим, есть заказчик, его интересует там городская трасса. Он сразу спрашивает, сколько стоит? А мы говорим, как мы не знаем, сколько стоит. Как, не знаете? Я говорю, так вы спросите по любому другому вот предмету, сколько галстук стоит. Может, и стоите, если там в долларах и 5 долларов, может и 5 тысяч долларов стоит. Или автомобиль. Есть и 5 тысяч долларов, есть и 500 тысяч долларов, даже и 3 миллиона евро, если легковые автомобили. Да? Или самолет, или неважно что. Ничто не имеет однозначной стабильной цены. Есть диапазон цен. И даже диапазон цен зависит от очень многих факторов. Дело в том, что мы же не сложные вещи делаем, мы делаем инфраструктурные проекты, где очень много составляющих. Ну, допустим, взять саму эстакаду.
Это ключевая часть наших проектов. Рельсострунная, неразрезная, у нее нет теперьных швов, и статически неопределимая конструкция, ну, если говорить языком сопромата, так? Ну, это разновидность эстакады. Но вестомость зависит тоже от очень многих факторов. От высоты опор. Понятно, что если мы будем идти на высоте, допустим, 5-6 метров, или на высоте 20-25 метров, то опоры будут стоить в разы дороже на большей высоте. Причем зависимость стоимости высоты квадратичная, нелинейная. Если мы опору увеличили высоту, допустим, в 2 раза, то она стала дороже в 4 раза, а не в 2. Значит, мы должны же определить. Мы должны определить длину пролетов. Понятно, что одно дело идти там пролетом 50 метров, другое дело пролетом 500 метров. Мы должны знать пассажиропоток. Потому что без, причем перспективный пассажиропоток, без пассажиропотока мы не знаем, сколько надо машин надо выводить на линию. И ясно, что если большие будут пассажиропотоки, то одиночные машины не справятся. Нельзя же на железнодорожнике придумали поезда или там городские трамвайные линии, они в спарке идут, или там даже 3, даже иногда 5 трамваев идут, да? Потому что там большие объемы перевозок. Если большой объем перевозок и большая тяжелая будет машина, типа поезда, значит, мы увеличиваем нагрузку на путевую структуру. Мы же знаем, как мосты проектируют. Одно дело, допустим, мост там пешеходный, или другое дело мост, где должны поехать танки весом по 50-60 тонн, да? Но очевидно, что этот мост будет дороже. Он должен быть прочнее, тяжелее и дороже. Поэтому ясно, что если поедет, допустим, одиночный юнибус весом 5-6 тонн, или поедет поезд весом 50 тонн, ну, имеется в виду поезд, собранный из автомобилей, то нагрузка увеличится на пролет в 10 раз. И поэтому фактически линейно надо увеличивать натяжение струн во столько же раз. Надо больше металла, больше нагрузка на анкерные опоры. Значит, они более мощные должны быть. Если поезд он длиннее, значит станция, да, перрон станции должен быть длиннее, иначе поезд не сможет встать у перрона, и в него не выйдут пассажиры. Так? Значит, станция будет дороже и так далее. То есть, видите, вот даже пассажиропоток как влияет на стоимость. И эстакады, и станции, и так далее. Каждая высота опор. Ведь чем больше опоры, то выше надо и анкерные опоры делать, и выше станции надо делать. Ну, еще, наверное, рельеф влияет каким-то образом. Нет, ну, само собой. Так я говорю уже независимо от того, почему они выше. Это может потому, что встретилась река, ее надо пересечь на более высоких опорах, да? Или рельеф местности там надо, да? Или, допустим, застройка низкоэтажная, надо над ней пройти. Ну, неважно, это надо определить в технико-экономическом обосновании. То есть очень много факторов получается. Очень много. Так я и просто... Нельзя сравнивать, получается, допустим, с обновлением автобусного парка. Да, да ну, нет, ну это абсолютно. Ведь автобусный парк, когда обновляют, они же не говорят, ой, надо перестроить сейчас улицы. А давайте мы асфальт переложим, а давайте мы шире дорогу сделаем. И давайте еще вот на несколько полос пределом городских дорогах. Они же так не делают. А у нас завязано, все связано. Это комплекс. Поменял одно, поменялось и другое. И это надо исследовать, это надо изучать. И потом даже вот, если городские взять, там больше всего влияет на стоимость проекта количество станций. Откуда мы знаем, через километр станция будет или через 5 километров станции, или через 10. Ну, понятно, что если будет через каждый километр станции или через 5 километров, то, наверное, станции будут в 5 раз больше, они будут в 5 раз дороже стоить. А ведь каждая станция стоит миллионы долларов. Ну, еще и станции отличаются в автобусах, там, собственно... Нет, так я вообще, я про проектирование, что мы не можем заранее знать, сколько там станций. Как мы можем сказать, сколько стоит километр? Так если на километр будет одна станция и стоимостью 5 миллионов, вот тебе плюс 5 миллионов стоимости километра. А если будет 5 километров одна станция, значит... 5 раз меньше будет, значит, миллион долларов на километр. Ну, вот тебе разница уже, очень существенная разница. И одно дело подниматься на станцию, допустим, 105 метров, где мы можем по лестнице подняться, или другое дело 20 метров, надо делать, ставить эскалаторы. Надо ставить лифты, в том числе для инвалидов и так далее, в том числе грузовые, так, потому что что-то надо тоже возить, не только пассажиров. Здесь нет и не может быть никогда однозначного ответа. Да?
И поэтому, естественно, по четырем проектам мы сейчас по ряду уже из них сделали физические стадии. То есть нам оплатили эти деньги, по ряду осуществляем это. Ну, это уже контракты, и мы объявим о них тогда, когда уже выйдем на стадию проектирования. И к тому же у нас есть договоренности с заказчиками, ну, с покупателями наших проектов, что они бы хотели сами объявить об этом, а не мы. Поэтому мы подписали договор конфиденциальности, и я просто не имею права говорить, кому мы делаем эти проекты. Но я могу сказать, что это в разных странах, это не в одной стране. Так, это есть в Азии, это есть в арабских странах. Так, это есть на евразийском континенте. Так. Поэтому этот год тоже был для нас очень важным. Мы наконец-то вышли на вот, подписание контрактов и на начало оплаты работ. Хотя мы и раньше, и сейчас зарабатываем деньги. Зарабатываем деньги не только вот на струнных технологиях, но и у нас есть мощное производство. Поэтому уже давно получаем заказы со сторонних предприятий, с разных стран, кстати. Даже с оборонки, потому что у нас уникальный станочный парк. Star Club. Возможности безграничные.